Город-герой Харьков, 15 ноября. Примерно в 16 часов путинские фашисты произвели очередной обстрел Украины, и в частности Харьков. И мгновенно погас свет по всему городу, метро остановилось, транспорт. Вот сейчас наш город, вот я показываю улицу в полной темноте. Вот так сейчас все выглядит. Очень много машин. Этими обстрелами путинские фашисты показывают только свою подлость, ничтожность, человеконенавистничество. Это умирающий, гибнущий строй. И это их агония. Мы сейчас шли пешком по главной улице, там везде... Ну, толпы людей идут с работы домой. Мы заметили, у людей нету ни отчаяния, ни расстройства. Они понимают, переживем, выдержим, вытерпим. Главное победить, главное отгородиться от путинско-фашистской России. Это наши самые лютые, самые злые враги. Отгородиться и будем жить дальше. Все у нас хорошо. И темноту переживем, и отсутствие света переживем. Главное победить. А победа наша не за горами. Это доказывает агония путинизма. Она у вас перед глазами. Привет всем!